Всем привет, драйв YouTube. Продолжаем сегодня делать Ниву наш. Взял вот я такой цинкариус, преобразователь ржавчины с цинком. 1100 грамм, 100 рублей стоит. Так, сейчас вот я хочу обработать вот этот порог перед тем, как мы будем доваривать его дальше. Там внутри, ну вот здесь, чтобы было лучше подлезти. Так, вот хотел кисточкой, но туда вот просто кисточкой. Попробую сейчас костареньким краснопультом. И как раз посмотрим, как он работает. Задуть туда внутрь. Все-таки этим раздувать лучше, он тут попадет, вот места тоже вот эти все обработать. Такие скрытые полости. Так, ну что, пробуем. Наливаем сейчас. Как он будет литься, еще не знаю пока. Краскопульт у меня, правда, воздух не перекрывает клапан. Дует постоянно воздух. Видно? А? Да. Даже краска вон слазит. Это транспортировочно. Я ее так называю. Шипит неплохо. Ну, еще на раз, конечно, надо будет. Днище обработать. Сварочный выбрать. Вроде идет реакция. Сейчас намажем, вечером будем варить. Не, ну вот тут, кстати, вот реакция, смотри, прослал замка. Здесь свет вообще металл поменял. Надо было продуть хорошо. Это я ни хрена не продул. Жандам здесь. Правда. Шипит все. Здесь тратить не будем, потому что тут надо все равно щеткой будет все за это проходить, кого переводить. Так, сейчас вот здесь налью, чтобы на кисточку макать. Плохо все равно краскопульта. Не промазывается она. Она как-то стекает сразу, как вода. Нет такой реакции, которой надо. Ну и все, в принципе. Обработали цинкарем. Уже он высох у нас. Тут вот так. Тут я просто на два раза буду. Вот здесь я не стал специально обрабатывать кусок, чтобы посмотреть, какая разница. Вот видите, металл сразу чистый стал. Тут вот он ржавчина, пожалуйста. Так что эффект есть, в принципе. Не знаю, будет он сейчас корродировать вот этот металл. Наверное, попозже вот буду варить. Здесь сейчас будем варить паров. И ради интереса налью воды. Посмотрю, что завтра будет. Скородирует он, нет, от воды. Так, ну а сейчас что? Дырокола у меня нету. Сверлим отверстие. И начнем порог вваривать. Усилитель сперва прихватим, потом порог. Насверлил я отверстие вот в пороге. Сейчас прихватываем внутренний усилитель и тоже через те отверстия просверливаем до той пластины и обвариваем.
Вот прихватила порог внутренний этот. Так, тут не сильно. Вот тут несколько точек. С той стороны там были старые вот отверстия от точек. Их так поразжигал маленького. Может было тут еще одно. Сейчас все равно этот порог притравлю и буду уже просверливать туда до того металла насквозь, можно даже, может быть, насквозь просверлю. И буду уже заваривать конкретно. Здесь вот так вот. Сейчас вот здесь усилитель еще доварить надо. Пластинку вставить. Сгнил внизу маленько. Мы продолжаем, короче. Доварили мы вот тут. Усилитель тут доварил. Сейчас обработаем цинкарем. Потому что здесь я уже не залезу потом под порог. И уже будем приваривать саму накладку порога. Так, вот сделал несколько прихваточек. Там вот этот бурки сравнял. Сейчас буду вот эту еще снизу сейчас сделаю, прихвачу. Буду здесь уже подгонять. Там вроде нормально вниз. Здесь. Досверливаем этот усилитель внутри. Сейчас будем сваривать все. Посверлили. Сейчас низ уже я проварил. Видите, как получилось. Тут одна дырка почему-то в пустоту, но это надо снутри, там я потом проварил маленько еще. Там немножко ниже получился усилитель второй. В общем, здесь, конечно, надо было под внутрь завести, но что-то у меня нифига не получилось. Поэтому я сделаю отсюда шов. Потом зашпаклюется. Все нормально будет. Все, обварим. Так, ну вот я тут зачистил. Обработали цинкарем еще. Швы. Следующая у нас арка. Тут, наверное, я оставлю эту арку. Не буду менять. Здесь вот в одном месте гнилушка и там снизу. Короче, подварю и буду ставить. В следующей части у нас займемся аркой. А с порогом вроде вот все с одной стороны. Ну, ту сторону уже аналогично, как говорится, там снимать не будем. Так что заходите на драйв, подписывайтесь на канал, на YouTube. Будет продолжение еще. Много еще с ней работы с ним. Так что всем пока.